Всех приветствую на канале Поляристика СССР. Распакуем очередную посылочку, по-моему, со значками, если я не ошибаюсь. Посмотрим, что там приехало. Запакованный каждый отдельно. Давайте распакуем этот. Красивый значок, 90 років, Ленинский район, место Днепропетровска. Все, по-моему, значки на тематику Днепропетровска. Кстати, Русня, горите в аду. За то, что вы сделали с Днепром. Так, следующий тоже. Не вот так. Давно. Днепропетровск. За заслуженность перед містом. Він номерний. Такой номер 152. Тоже такой вещистый. По-моему, 100-150 гривен. Точно я не помню, бо уже пару месяцев посылки лежат. Это тоже гривен 100. Сейчас откроем следующую. Зенітно-ракетні війська України. Такий значок на закруточки полулегкий. Теж, по-моєму, 100 гривень чи 150. Їх там є пару різновидностей. Помню, на барахолки гривень по 50 продавали раніше. Зараз вже все подорожало. Так. Такі от у нас значочки. Приятный. Такие приятные значочки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Слава Украине!